Наэм, помнишь, мы проходили с тобой состав часов 10? Да. Мы с тобой, значит, прошли 10 обид топлама. Сейчас мы проходим обратную формулу 10 обид чикатма. Удержи на пальчиках 2. На левой руке. Я не вижу. Подними, пожалуйста, ручку. Вот, да, на правой руке. Держи 2. Как я прибавлю 8, Наэм? Как мы прибавляли 8? Два ходит, здесь приходит. Держи, покажи на пальчиках, пожалуйста. Назад, немножко назад сядь, я не вижу. Вот так, 10. А теперь мне нужно от 10 отнять 6. Как я отниму 6? Как ты думаешь? 10 уходит, 4 приходит. Значит, шестеркин друг то, 4. Теперь держи 4. Прибавь 7. Как ты прибавишь 7? 4, 1, 3 уходит, 10 приходит. Держи, я не вижу. Держи. Сколько у тебя на руках получилось? 1. 11. Теперь от 10, теперь отними 5. Как ты отнимешь 5? 10 уходит и 5 приходит. Так, ответ у тебя сколько получилось? Покажи. Покажи, пожалуйста. Держи, У подними. меня Руку подними. Так, сколько это у тебя? 6. Теперь тебе понятна эта формула? Да. Так, теперь приступай. Начинай. Внимательно. Отлично. Еще один раз. Молодец. Спасибо. Продолжай. Продолжай, пожалуйста. Продолжай. Ответ. Молодец. И еще один пример. Все. Умник. Молодец, моя. Молодец. А, я тоже... Приготовься, пожалуйста, Наим. Так, Я готов? приготовилась. Сейчас поработаем на калькуляторе. Хорошо? Поехали. Хорошо. Сосредоточься. 2, 8, минус 3, плюс 4, минус 5. Ответ? 6. Видно? 9. Отлично. Отлично. Еще один. Еще один. Так. 9. Плюс 9. Плюс еще 9. Так. Минус 8. Ага. И плюс 4. 4, Да. 23. 23. Вот и все. 23. Получилось? Молодец. И Молодец. Умничка.